Ты тему, Илья. Давай. Ну, тогда я тему. Thank you.
Take care. Большое спасибо. У меня такое ощущение складывается, что такие встречи носят еще не только информационный, но еще терапевтический, медицинский характер. Потому что есть ощущение, что мы ищем какую-то важную для нас вещь, и мы ее находим. И вот это чувство прекрасное, я тебе очень благодарен. Аплодисменты. Наша встреча закончена, как бы официально она закончена. Как обычно в Гиперионе бывает, когда объявляется уже концерт или встреча, семинар закончены. После этого мы еще какое-то время общаемся, разговариваем. Я всем благодарен, кто сегодня нашел время, возможность прийти, кто интересуется гитарой и джазом. И я думаю, что мы еще будем встречаться в разных форматах. И, конечно, с Александром Радовским обязательно. Спасибо.